Еще одна нацистская тварь отправилась в ад. Скатертью дорожка. Обер-комендант Ганс. Я ощутила острую жажду борьбы. Желание сбежать из этой гнусной реальности. Но я не могла. Сперва надо было перебить всех нацистов до единого. Отомстить за моего Джека. Следующим был тот, кто предал Джека. Актер, режиссер и нацистский осведомитель Чак Лоренс. Раньше он был тайным агентом ОСС, а теперь служил Рейху. Как и многих других предателей Америки, нацисты щедро наградили мистера Лоренса, назначив его главным экспертом по всей американской пропаганде. Лоренс стал влиятельным человеком с влиятельными друзьями. Но теперь этого влиятельного человека ждала встреча с агентом «Тихая смерть». Вот она, киностудия «Парагон». Рупор нацистской Америки, пичкающий граждан лживой пропагандой. За павильонами виднелся стеклянный купол главного здания, весь в нацистских стягах. Именно там и была моя цель. Так, ребята, строимся в шеренгу и, повторяю, не смотрим в камеру. Мы будем уменьшать ваш гонорар за каждый запоротый дубль, так что давайте снимем все без осечек. По местам! Hey Stefan, Albert kommt zu Lenas Geburtstagsfeier. Willst du auch kommen? Oh, hat dir das niemand gesagt? Was denn? Albert ist tot. Warte mal, tot? Ich verarsch dich nicht. Oh Gott. Was ist passiert? Er sollte Dokumente von Überkommandant Hans Dietwitz abholen. Herrn Lorenz, alten Freund. Irgend so ein Superattentäter hat ihn dabei erwischt. Superattentäter hat ihn dabei erwischt. Verdammt, Albert. Er war ein guter Mann. Ja, Ruhe in Frieden, Kumpel.
Was ist das für ein Geräusch? Охрана, это Чак Лоренс. Как вы знаете, у меня намечаются очень важные съемки. На днях был зверски убит мой друг, обер-комендант Ганс Штиглиц. Поэтому я прошу вас быть начеку и держать ухо востро. Я не хочу, чтобы по студии шныряли слабоумные террористы. Охрана! Охрана, это снова Чак Лоренс! Как я уже твердил бесчетное множество раз, меня нельзя дергать, когда я творю! Актерская игра требует абсолютного внимания, а вы мешаете мне готовиться к безупречному исполнению роли, вечно достаете своими глупыми жалобами и запросами! Спасибо!
Судя по виду здания Парагона, это было идеальное место для мудаков вроде Лоренса. Господа, из-за внезапной болезни актера мы ищем замену на роль охранника в фильме «Возвращение Блицменша. Месть арийской расы». Роль без слов. На обед актеру выдаются бесплатные колбаски. Поскольку желающих будет много, постройтесь в аккуратную очередь у моего кабинета сегодня в 7 вечера. Что у вас? Сульеман?
«Ты так сопьешься», — сказал мне один бармен в Сан-Паулу. «По твоему городу маршируют нацисты, а ты мне втираешь, что у меня проблемы?» Мир сошел с ума, а я просто хотела выпить. Беду в стакане не утопишь, но боль он заглушает славно. Пойми, разве был иной выход? В общем, я уже взрослая и сама решаю, когда мне можно пить. Джессика, чтоб тебя! Прекрати париться из-за своего пьянства!
nachsehen, woher das...
Я Блицменш! Тебя ждет Блицкрик! Черт, какая ты шутка, верно? А по-моему, хорошая, сэр. Ты у нас кинокритик, ебать! Нет? Ну вот и помолчи. Ахтунг! Я Блицменш! Тебя ждет! О, Господи Иисусе, я словно клея наглотался. Кто сочинил эту чушь? Старший сын генерала Энгель. Кажется, Адельвард, сэр. Конечно! То есть, он просто гений, чертовски хороший текст, правда? Вы вроде сказали, что... Лучше соткнись и слушай, Себастьян! Ахтунг! Я Блицменш! Тебя ждут... Я хотела провести остаток дней в Бразилии. В какой-то момент мне стало казаться, что все тяготы позади. Джек исчез в далеком прошлом. Растворился в алкогольной дымке, излечившей мою душу. Но я так и не поняла, что жизнь гораздо сложнее. Теперь меня ждала последняя цель. Генерал Дункель. Убийца моего Джека. Трус. Много лет назад спрятавшийся на Луне. Дункель станет моей последней жертвой. А потом я вернусь к прежней жизни. Навеки. Радуюсь чему-то хорошему. Джек всегда говорил, что он на седьмом небе. Эх, милый. Жаль, что тебя нет рядом.